Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем изучение книги Иисуса Навина. И сегодня мы будем с вами просматривать 12 главу. 12 глава показывает, каких царей одолел Моисей. Это с 1 по 6 стих. И с 7 стиха по 24 перечисляются имена царей, которых одолел Иисус Навин. Мы не будем читать перечисление имен, мы обратим внимание только на обстоятельства и на некоторые имена. С 1 стиха. «Вот цари той земли, которых поразили сыны Израилевы, и которых землю взяли в наследие по ту сторону Иордана, к востоку солнца, от потока Ернона до горы Ирмона, всю равнину к востоку». То есть это то, что до Иордана успел взять Моисей. И тут перечисляются имена. Сигон, царь Аморейский, живший в Эсефоне, владевший от Ароера, что при береге потока Арнона, и от середины потока половиной Галаада до потока Иавока и предела Аммонитян, и равниной до самого моря. Ну и имена других царей, и в окончании этого раздела: Моисей, раб Господен, и сыны Израилевы убили их, и дал ее Моисей, раб Господен, в наследие колену Рувимову и Гадову и половине колена Манасина. Далее перечисляются победы Иисуса Навина. «И вот цари Аморейской земли, которых поразил Иисус, и сыны Израилевы, по эту сторону Иордана, к западу». К западу на еврейском языке означает «к морю». «От Ваал-Гада на долине Ливанской до Халака, горы, простирающейся к Сеиру, которую отдал Иисус коленам Израилевым в наследие по разделению их, на горе, на низменных местах, на равнине, а на местах, лежащих при горах, и в пустыне, и на юге, хатеев, амареев, хананеев, фаризеев, ивеев и ифусеев». Здесь как раз обращается внимание на то, что вопреки представлением язычников, что Бог евреев – это Бог гор, потому что он явился на горе Синай, а Иисус Навин одерживал победы на горе, на низменных местах, на равнине, на местах, лежащих при горах, то есть и на предгорьях, и в пустыне, то есть в самых разных местах. И далее перечисляются имена всех этих царей. И 24 стих оканчивается словами: «всех царей 31». Для чего делается попытка как бы сравнить подвиги Моисея с подвигами Иисуса Навина? Иисусу Навину надо было укрепиться в неком авторитете в глазах всего народа Божия. И он реально одержал значительно больше побед над большим количеством царей, чем нежели Моисей. Но Моисей одолел Египет, опрокинув коня и всадника фараона. Поэтому заслуги Моисея, конечно, они были на стороне Моисея. Сам Иисус Навин – это заслуга Моисея. А Иисусе Навине, кем он был, почти ничего не известно. Правда, в еврейском народе есть предание, что когда он был еще подростком, его проглотила огромная рыба, какой-то там кашалот, кит,
и выплюнуло на какой-то берег, и он там оказался на чужбине, и ему предложили единственную профессию – помощником палача, а потом он стал и палачом. И он совершал вот это служение палача среди язычников, а суд язычников – он ложный. Поэтому Господь способствовал тому, что Иисус убежал от этих язычников, и он нашел свой народ и присоединился к нему. Но человек какое-то время, если он был палачом, он считается непригодным к нормальной жизни. Известно, что Феликс Дзержинский говорил: если чекист расстрелял 100 человек, его самого пора ставить к стенке. Имея в виду, что такие люди ни к чему не пригодны. Но Бог смог вот эти такие жестокие качества, которые Иисус приобрел, будучи палачом, трансформировать в воинские подвиги, которые совершал Иисус Навин. Как и в православных молитвах говорится: «Как прежде служили сатане льстивому, наипаче послужим тебе, Господи». То есть Господь может и негативный опыт любого человека трансформировать во что-то положительное. Когда мы изучали книги царей, мы помним, что там была некая коллизия, когда пророк Божий Самуил увидел Давида, которого Бог избрал в цари. Ну, в нашем тексте сказано, что он красивый. На самом деле это более соответствует славянскому тексту, еврейский текст. Он увидел, что он красный, а эти слова там «красная дева» там означает «красивая». Но сам цвет красный считался царственным. И древнее предание говорит о том, что когда Самуил, пророк, увидел Давида, что он с таким красным каким-то лицом, ну, может, он бежал там, спешил быстрее в дом отца, и он подумал: это какой-то знак, этот человек, может быть, он кровожадный. И Господь сказал ему: не бойся, да, он воин, он будет вести воины, но это будут воины Господни. И в книгах царей действительно воины царя Давида называются воины Господни. Ну, например, идет эпидемия, умирают люди. Разве Гаагский трибунал собирается для того, чтобы наказать какого-то преступника, который все это организовал? Это от Господа. Все, что от Господа, оно выше любого закона. Таким образом, Иисус Навин, он мог иметь такой опыт или нет, к таким сказаниям надо относиться, ну, осторожно, но они передают точку зрения народа на тот или иной персонаж библейский, и в этом их ценность, этих сказаний. И есть также предание в еврейском народе, что когда Иисус Навин, до этого он был Осия, Моисей его назвал Иисусом, ввел частичку имени Божия в его имя. И вот когда Моисей занялся его образованием, потому что он был при нем помощником во всем, получилось так, что Иисус Навин не очень хорошо учился у Моисея. У него не очень получалось. Но он был очень по молодости самоуверенный. И когда Моисей его однажды спросил: а ты все это понял, запомнил, то, что я тебе преподавал? И он сказал, поспешил сказать надменно: да, я все это выучил. И тогда было наказание, он забыл там более 300 заповедей, которые преподал Моисей. Моисей, в понимании древних, он оставил не только письменную Тору, но и устную Тору.
так и апостолы, они оставили нам не только писания свои, апостолы-евангелисты, но и правильное понимание этих писаний, которое сохраняется на уровне предания, предания по-еврейски Масора. Скажем так, Иисус Навин не был идеологом. Он не был человеком, который мог абсолютно точно вершить суды Божие. Но Господь избрал его для другой миссии. Господь знает таланты каждого из нас, даже недостатки, и Он может их трансформировать во что-то положительное. Итак, сегодня мы просмотрели с вами 12 главу книги Иисуса, сына Навина. И в другой раз, если мы будем живы, мы будем с вами читать 13 главу этой книги. Спаси вас, Господь, берегите себя.